И недели не проходит, чтобы я не сварила суп с курицей. Тушка всегда лежит у меня в морозилке, и я всегда готова сделать что-то новое. Но когда время поджимает, то необходим легкий вариант, как этот. Главный ингредиент сочетается с разными продуктами, поэтому можно не бояться что-то менять. Например, здесь использованы яркие овощи, которые не только красиво смотрятся, но еще и полезные. А как приготовить простой куриный суп с луком пюре и картофелем, смотрите в рецепте ниже. Курицу выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на медленном огне. Снимите пену, добавьте соль, лавровый лист и перец. Варите бульон в течение 10 минут. В это время нашинкуйте кружками лук и морковь. Также нарежьте картофель кубиками. Спустя отведенное время выньте курицу из бульона. Выложите все овощи, доведите воду до кипения. Варите суп еще 6 минут. В это время отделите куриное филе от кости и разложите его по порционным тарелкам. Дайте настояться готовому супу 5 минут под крышкой, затем разлейте по тарелочкам с курицей. Приятного аппетита!